Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю играть в Fox War PlayStation 1 версию американского региона командой будущих хирургов на харде. Сейчас у меня уже 4 санитара. И отправляемся в третью миссию. Trench Warfare. Вот тут понадобится кластерная граната, я думаю. Ну, Синди, пошли. Веди команду к победе. Берем кластерку. Сравнивать ее с обычной смешно просто. Я попробую сделать двойное нажатие. Сейчас не верхом кинуть, а по-обычному. О! Готов. Самый крутой бомбардир. Так, сейчас кто-то будет в спину стрелять. В Миками. Так, Камия. Тоже берешь тогда кластерку. Аптечку. Надо подумать, какого уничтожить. Ближнего или дальнего. Вопрос непростой. Ну давай дальнего. Ой, тут, по-моему, слабый урон нанесся, да? Он выжил в итоге. Надо было правее гранату брать. Кемпо. Ой-ой-ой, вот я сейчас за это поплачусь. Выстрелом с базуки. А, нет, пронесло. Можно 8 раз попрыгать по голове. Того подбитого. Можно просто его добить. Ну, сейчас решим. Лучше, наверное, с этой стороны прыгать. Раз. Два. Три. Четыре. Стрельнув по суше. Пока из винтовки. Ох, Камиль их отбивает. Хорошо. Надо бы его подлатать. Еще 4 раза попрыгать по голове. Устанавливаем изначальный урок. Изначальное ХП. Ну. Да как так? Раз. Два. Эх, не успею уже. Ну ладно. Давай кинем гранату тому
суши. Эх, Миками тоже подбит у нас. Так, а тут обычный рядовой хрюк. Ну, надо пойти попрыгать тоже. Пару раз. Осталось. На самом деле, надо к тому идти, к ближайшему, с которым Миками стоит, а то я всех сюда притащил. Это нехорошо. Так, раз. Два. Готово. Достаточно. Так, ну и побежали к тому. Кидаем ему гранату. Кендо. Эх, жалко. Этот готов. Суши. Так, ну тут еще пока терпимо. Тут не очень. Его надо забросать прям гранатами. Я надеюсь, он не будет из базуки стрелять сейчас. Не будет. Хорошо. Димаока прикрыл. Эх, Камия. Пойдем подлечим товарищей. Конечно, тут самому надо лечиться. Ну чё, добьем гада. Добьем. Ай, не задел, надо же. Так, а ты что будешь делать? Отлично. Сколько у тебя здоровья? Одна граната. Лети. Приятного полета. Третья миссия пройдена. Сейчас у нас все будут уже санитары. Ну, у санитаров мало хп, совсем, изначально. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующей серии. Пока-пока.